Всем привет! Сегодня у нас в гостях 16 посылок из разных магазинов. Вот JD, GearBest, есть AliExpress. И вот сегодня вот такая вот красивая посылка в фиолетовом пакете от JD пришла. Это первая посылка в таком пакете у меня. Но я пообщался там в телеграм-чате нашего канала. Люди уже получают тоже такие посылки, поэтому вот я думаю, что все скоро начнут получать вот такие вот посылки. Ну давайте откроем все и посмотрим, что же нам пришло. Итак, давайте смотреть. Некоторые товары уже у нас были, поэтому мы их сейчас так бегло посмотрим. Вот такая сумка, например, она в жестком пакете в этот раз. Это товары $1 для новых покупателей, то есть мы знаем, что можно зарегистрировать новую учетную запись, дойти до оплаты и уже не оплачивать, а заказать следующий заказ. И так я купил вот такую вот сумку, потом, по-моему, бокс Майо вот этот я купил. Еще одна сумка, ручка, вот, и вот такая вот магнитная доска, это все по $1, Майва дороже, там 2,99 или 3,99, продажи для новых покупателей от GearBest. Такая вот сумка, они у нас были уже несколько штук, это все мы откладываем, потому что мы это все уже видели. Далее, давайте, вот это тоже из $1, это у нас какой-то там жучок или датчик, я не знаю, зачем я его купил, это якобы для Raspberry Pi, но взял по распродаже, вот, сработала реакция на распродажу, вот такая вот плата, то есть, я не помню, что это, ссылка будет в описании, такой набор для любителя всяких микросхем и такого всего. То есть дальше посмотрим, что у нас есть. У нас есть вот такой вот фонарик. Это, по-моему, заказывал... это конвой тоже купил по распродаже. Не помню за сколько, без батарейки. На GearBest то ли 9, то ли 7 долларов. 7,99, по-моему, была акция. Вот, я его купил, потому что он ниже 9,99 еще не отпускался. Поэтому взял отличный фонарик. Отличное качество у него. Я им пользуюсь. Ну, мы уже его тоже видели. Далее некоторые товары тоже были, но мы на все по очереди посмотрим. Итак, это, скорее всего, из JD кабеля. Давайте посмотрим на бокс Майо. Вот такой вот бокс, он отлично работает, я им пользуюсь. У меня один винчестер, который я таскаю постоянно с собой, он именно в таком боксе находится. Также я купил вот такой вот бокс Орика, но почему-то я его реже использую, чем вот этот Майо. Наверное, здесь пластик глянцевый, он, наверное, царапаться будет. Я, наверное, из-за этого решил, что лучше вот таскать вот такой вот матовый. У меня белый. Вот так это все выглядит. Вот, открывается. Вставляем сюда. Сюда вставляем винчестер. Закрываем. И у нас вот так вот подключается к USB. Или можно вообще без этой коробки, то есть напрямую вот так подключить сюда винчестер и воткнуть в USB. Это для маленьких ноутбучных винчестеров 2,5 дюйма. Вот такой вот бокс. Отличная вещь, мне очень нравится. И поэтому я купил еще один себе черненький. Пусть будет запасной. Также вот такой вот Орика, прозрачный. Давайте откроем его, посмотрим. В прошлый раз он был, по-моему, не в такой коробке. Вот. Давайте посмотрим, как в этот раз он выглядит. Немного по-другому, почему-то что-то застряло. Оп. Вот. Прилипла. Красивая коробка в этот раз. Здесь у нас идет кабель, несколько бумажечек, кабель USB 3.0 и сам бокс. Бокс открывается вот так, то есть вставляется сюда винчестер и прозрачная глянцевая, то есть видно все, что происходит вокруг. Отлично, и тот боксы отличные, мне очень понравились, я ими пользуюсь. Так, откладываем. Далее давайте телефон Blackview, я не помню, там за около $50, это такой простенький телефон на 1 гигабайт, по-моему, 1,8 гигабайта, 1 оперативки, 8 RAM и ROM, то есть серого цвета, но мы его давайте посмотрим в конце. Это Blackview A20. Далее, вот такой вот кабель. Это кабель Orico с вот такими
штуками, то есть тройной кабель в оплетке. Вот, и меня интересовало, сможет ли он заряжать одновременно три предмета, но у меня есть только, в данный момент есть только Type-C USB. Айфона у меня нету, поэтому сейчас подключим что-нибудь и посмотрим два устройства, сможет ли он заряжать. Итак, подключил в розетку, давайте микро-USB, пошла зарядка, и Type-C. Пошла зарядка, то есть, ну, я думаю, одновременно можно еще и iPhone подключить, но у меня его нету, поэтому этот проводочек остается свободным. Ну и давайте посмотрим, что нам показывает наш тестер. То есть на два устройства он отдает 1,31 ампера, 4,90 вольта. Вот, ну, в принципе, не быстро, но по идее должно зарядиться все, ну, естественно, будет немножко долговато. Давайте посмотрим, что у нас тут еще за кабели. Вот это вот такая вот обжимка для кабелей югриновская. Вот так выглядит, то есть можно обжать их, закрепить вот так резиночкой, то есть где нужно что-то прикрепить, обжать. Отличная вещь. Откладываем. Дальше вот такой вот кабель. Это у нас тоже бумажка JD. Рекламку положили. Вот такой вот. Очень прикольно выглядит. И такая не свойственная оплетка. То есть, допустим, вот здесь не такое совсем плетение. То есть, тут оплетка какая-то такая, знаете, ну выглядит так подороже, знаете. Вот, если сравнивать с этой. Здесь такая простая косичка, а тут, ну, именно такая более серьезная. Микро-USB. А, это Type-C тоже. Откладываем. Это, скорее всего, тоже Type-C. Набрал себе несколько Type-C. Да, вот коротенький мне нужно на подставку для того, чтобы заряжать телефон. У меня теперь появилась зарядная подставка. В одном из обзоров будет. Скорее всего, уже было. Вот, 5 ампер. Коротенький Type-C. Вот такой. Мне, чтобы в эту подставку воткнуть, и сразу можно было устройство воткнуть. То есть не нужен длинный. Сейчас там у меня намотан, все. Вот, откладываем. Далее осталось у нас немного. Это у нас стекло для Redmi 4X. Это для жены пришло наконец-таки. Вот, недавно было для Redmi 3S. Ну, давайте посмотрим, какая у нас тут комплектация. Я такое стекло получаю первый раз. Дизайн PSOS Made China. Вот, у нас идет здесь, скорее всего, да, салфеточки. Стекло защитное на Redmi 4X. Выглядит так, ну, симпатично выглядит. И все, и больше ничего у нас в комплекте нет. То есть салфетки и само стекло. Вот, ну и на внутренней стороне инструкция, как что лепить. Это M201 F-Mouse. Это тоже баксовая мышка за... Их прикольная. Слушайте, я реально не ожидал, что это за бакс или $99. И она прикольная. USB, ну, USB вот этот вот дешевый, который у всех дешевых мышек, как они одинаковые, вот эти вот с рифлениями, то есть, ну, мышка реально прикольная с виду, она такая обтекаемая. И как ее вставить, так, закрыть. Питается от одной АА батарейки. Вот, выглядит прикольно и удобно, щелкает так еще. Довольно прикольная мышка за $1. Ну, выглядит довольно, надеюсь, прослужит долго, но выглядит довольно-таки прикольно. В такой коробочке инструкция здесь и на английском языке. То есть английский и китайский присутствуют. В общем, откладываем. Далее у нас осталось немного, три вещи.
Это у нас пакет из AliExpress. Это трусы. Я Чен. Я их уже покупал. И взял еще раз, потому что они очень прикольные. Есть обзор, есть с примеркой обзор. Вот такой вот набор. На AliExpress я их брал, взял, но мне очень понравились, ну, отличные трусы, я взял вот на примерку, давайте посмотрим на всех. То есть примерять я их уже не буду, был у нас обзор, в котором есть, это я просто показываю расцветки. Они тянутся, приятные для тела, и, ну, реально за такие деньги у нас такие трусы вряд ли найдешь. Вот, ну, такого качества, хорошего качества мне очень понравилось. Расцветки тоже прикольные, вот, не скучно ходить там в одних и тех же черных, допустим, там круглый год, вот, можно менять расцветки. Размер я взял XXXXL, они как раз на меня. Далее, вот такое вот полотенечко, полотенечко это было на JD по распродаже, давайте посмотрим, так, Sun Lee. Вот, я не помню, там то ли 70 центов, то ли 80, такое полотенечко на ощупь, ну, обычное полотенце для вытирания лица после умывания, допустим, ванную повесить для умывания, вот такое вот симпатичное полотенечко, покупалось на JD, мне нравится, прикольное, ну, хорошее полотенечко. За эти деньги, там, я не помню, то есть реально за какие-то копейки вообще оно покупалось, поэтому, ну, для такого полотенца это не деньги вообще совершенно. Ну и последнее, что давайте посмотрим, это блык. Если нужно будет более детально, то сейчас мы его распакуем, если будет нужно более детальное видео о нем, пишите в комментарии, я сниму. А сейчас давайте просто посмотрим, как он выглядит. И, то есть, я уверен, что обзоры на него есть, но если вам интересно мое мнение, как бы в процессе работы, то есть стоит ли покупать его или нет, то пишите в комментариях, я обязательно отвечу. Итак, смотрим. Телефон такой увесистый, он сразу так упал мне в руку. Ну, ощущение такой тяжести, такой кирпичик. Причем, ну, наверное, он даже немножко тяжелее моего керамического Ми 6. Ну, давайте посмотрим, что у нас еще здесь есть, и потом вернемся к нему. Инструкция Blackview. Английский присутствует. Здесь какие-то картинки и так далее. Версия это, по-моему, 1.16. Ну, не по-моему, а точно 1.16. Кабель microUSB. Такой Blackview тоже брендированный. И зарядочка. Давайте посмотрим зарядочку. Так, не порвал пакетик, ее не достать. Зарядочка тоже брендированная. Здесь какая-то голограмма, дата производства или что-то такое, с какими-то цифрами, Original. И смотрим, у нас модель BV70, выход 5 вольт, 1 ампер. Вот такая вот простая, обычная зарядочка. И все, больше у нас ничего нету в комплекте. Давайте посмотрим сам телефон. Скорее всего, такие вот телефоны. На телефон налеплено стекло, и оно меньше самого телефона. Плюс на телефон сразу накреплен чехол. Вот, поэтому он дает объемность. Ну, могли как бы, да, они вместо того, чтобы отдельно положить, сразу налепили и стекло защитное. То есть, вот здесь мы отлепляем защиту со стекла. Вот, и можем сразу пользоваться. Ну, и в чехол. Чехол силиконовый. Давайте посмотрим теперь на телефон. Задняя крышка такая рифленая. Я не знаю, она открывается, не открывается. Нет, скорее всего, не открывается. Где поддернуть, нету. Далее. Здесь у нас качельки громкости включения. Снизу микрофон. Сверху 3.5 выход. И для зарядки microUSB. Две камеры и вспышка. Вроде бы все. Давайте попробуем включать. Так, не ту кнопку нажал. А, крышка снимается все-таки. Все-таки крышка снимается, я заметил. Вот она просто с... ближе к поддевке, вот ближе к передней панели. Батарея у нас
А20, и он не разряжен, он просто с наклейкой. Я думал, он не вскрывается, а он вскрывается, и нужно снять наклеечку с батареи. Ну вот, батарея 3,7 вольта на 3000 мАч, 4,35. Вот, вижу две симки, да, или так, да, либо две симки, либо одна симка и одна карта памяти. Вот здесь инструкция нарисована. Вот так это выглядит. Original, Blackview, наклеечки. Обдираем у нас защиту с батарейки. И подключаем. Одеваем крышечку. Крышечка у нас матовая такая изнутри. Зачем, непонятно. Ну и давайте пробовать включать. Интересная такая музычка. Выбираем язык. Интересно, есть? Да, присутствуют все языки. Ну как все, большинство. Русский тоже есть. Экран, сразу говорю, он зернистый. То есть, а нет, так четко. То есть это из-за пленочки зернистость. Итак, прошли приветственные все настройки, и выглядит телефон довольно-таки симпатично. У нас здесь ничего нету. Ага, вот так вызывается меню приложений. Вот. Номер мобильного телефона зачем-то YouTube нужен. Ну ладно, потом посмотрим это все. И я хотел посмотреть вообще камеру. Ну, в принципе, весь Android. Давайте посмотрим в настройках, что у нас здесь есть. Система. Вот телефоне. А20, Android Go стоит. А последнее обновление безопасности 5 апреля. Номер сборки. Так, прошивка модуля связи. Беспроводное обновление. Интересно, есть? Вы пользуетесь последней версией. Вот, ну, версию мы посмотрели. И дальше меня больше всего интересует камера. Давайте камеру посмотрим. Сразу зернистая камера, то есть я включил ее, и сразу зернистая. Но вот тут есть Face Beauty, ну это, наверное, надо для передней камеры. Настройка есть, то есть фокус срабатывает. Но фотографии получаются зернистыми. Так, Face Beauty, давайте камеру поменяем и сделаем Face Beauty. Здесь можно настроить, я так понимаю, яркость. И можно даже сфотать сразу в черно-белом цвете. Давайте поменяем опять. А эти камеры можно выбрать. Панорама, блюр, про с различными настройками. Давайте вернем на блюр. Это получается объект с размытием вокруг. Давайте посмотрим, что у нас получилось. Ну, сказать, что очень плохо, не скажу. То есть, так себе получилось. Вот, черно-белое хорошо получилось. Мне нравится. Вот, и... Ну, много пикселей, много царапин. Шума много. Ну, чтобы совсем отвратительно, я бы не сказал. То есть, вот это даже неплохо получилось. Ну, конечно, шум есть. Но, если смотреть так, вот, довольно-таки неплохо получилось. За эти деньги это обычный рабочий аппарат. Ну, там немножко сфотографировать можно на него. Дешевый, звезд неба не хватает. На этом у меня все. Ставьте лайк, подписывайтесь. До новых встреч и удачных покупок!